отметить на природе. Праздник Святой Троицы уже в это воскресенье, 8 июня. По традиции, народные гуляния в Братске пройдут в Ангарской деревне. Колокольный звон, хороводы, барбекю, ярмарки. Горожане с самого утра и до 6 вечера смогут наслаждаться народными забавами. Организаторы напоминают, проезд на личном транспорте для брачан на территорию Ангарской деревни в праздничный день запрещен. Схема автобусная следующим образом у нас будет происходить. Значит, от автостанции Центрального округа до Ангарской деревни автобусы начинают ходить с 10:30 до 18 часов. 4 автобуса, стоимость проезда 20 рублей. Остановка по требованию для пассажиров из Подунского округа и Правобережного округа. И от кафе «Фараон» будет курсировать 2 автобуса «Лиас» или «Нефас», стоимость 10 рублей. Стоимость входного билета на территорию Ангарской деревни в праздник для взрослых составит 150 рублей. Для студентов и детей 50 рублей, а малыши до 5 лет пройдут бесплатно.